Всем привет! Хотел бы начать видос сразу с того, насчет одного комментария одного человека, который мне написал какую-то чушь. Потом он этот комментарий сразу же удалил, но в аналитике он у меня отобразился. Комментарий был такого рода: зачем ты снимаешь? Все начинающие летсплейщики, ютуберы уже обречены, уже не будет таких популярных ютуберов, там перечислил каких-то популярных, типа говорит, шансов вообще нету, поэтому нету смысла что-то начинать. Чё к чему вообще? Типа, если взяться всё-таки за дело и, ну, стараться как-то усилия там приложить, то все возможно же. Поэтому, если ты это видишь, то ты сказал херню. Без шуток, очень жесткая херня. Не знаю, зачем ты ее сказал, но все же есть, ну, типа, все можно сделать, все возможно. Это жизнь, там все дела. Нельзя же там сесть за что-то и все сразу уметь, и у тебя там миллиарды миллиардов просмотров, там подписчики, лайки, колокольчики, там туда-сюда. Нет, конечно, такого не будет. Ну ладно. Что насчет игры? Я сейчас сходил туда, открыл какую-то подсказку, какой-то ребус. 3А и отпечаток руки. Там надо было открывать вот эти, знаете, такие... В общем, где в морге люди лежат, вот в этих кремационных камерах, или как они называются, вот там я открыл что-то, там вылез какой-то чувак, и... Ты чего, сынок? Патроны кончились? Ну да. Да, кончились патроны, и что? Да, вот. Предлагаю упростить немножко мне игру, потому что я уже не могу. Вы бы знали, сколько раз я перезаписываю эту серию. Просто. Третий раз. А все из-за того, что у меня нету патронов. У меня нет патронов. Пистолет Альберт, на нем 3 патрона. Можно мне хоть как-то упростить себе игру, я не знаю, что вот это вот. Ящик припасов. О, спасибо. Я бы раздобыл уже дробовик. Давайте лучше в этой серии мы не будем проходить сюжетку, а раздобудем дробовик. Только вот как это сделать? Вопрос. Маятник для часов. От часов. На нем есть надпись «Общая комната». Кого? Общая комната? Не понял. В общем, возьмем пока этот ваш самый вот этот вот Альберт. Хоп. Давайте еще откроем. Очень помогло, без шуток. Просто спасибо вам. Давайте уберем порох. Коробку уберем, траву уберем. Все. Давайте я похожу пока что с этим Альбертом. Может, хоть мне хоть как-то пока что поможет. Этот дар, все, что мне нужно.
стенки ломает. Хороший ген у меня. Я его люблю. Я хочу от него детей. Запись идет? Идет. Пам-пам. Вот то, что там находится. Там какой-то он бегает, мужик. Он меня бесит. Здесь комната со змеей. Возможно, как, чтобы дробовик достать, как я понял, нужен какой-то муляж. О! Это ж мое, говорит. Это ж мое. Сломанный дробовик. Как же я устал гонять этих говнюков по двору. В следующий раз, если кто-то из гостей сбежит, спрячь собачьи головы, чтобы нельзя было выбраться из дома. Давай прятать их в этих местах. Стоячие часы в общей комнате. Понял, куда маятник. Книга в гостиной, секционная в подвале. Просто отлично. Я даже не боюсь, что он сюда идет, я уже это слышу, правда. Вот прочитайте, если хотите. Я не хочу. Подавайте-ка. Опа. Топливо для горелки? Чего? У меня уже горелка могла появиться. Нихера себе. Я скоро найду и убью тебя. Нет. Хотя, а давай. Давай ты найдешь меня. И... прикончишь. Давай, я тебя жду. Недостаточно... Да ты чё, угораешь, что ли? Ну-ка, дверку. Сейчас разберемся. Нужно еще два слота, две ячейки. Окей, давайте вот эти патроны сильные мы выкинем. Ничего страшного. Не так уж сильно они прям важны. И... ну, эпоксид, эпоксид. Зачем он мне? У меня фул аптечки, фул все. Конечно, было бы разумным решением сейчас сбегать за... что, не работает? Работает, напугал уже. Конечно, было бы оптимальным решением сейчас просто сбегать до этого. Вот эпоксид, собственно. Сбегать до к хранилища моего, там вот туда вот я иду сейчас. Но мне что-то лень. Так, патроны на дробовике я беру. Как крафтить патроны на... А, я не могу крафтить патроны на дробовик. Ева. Окей. Дробовик мы добыли. Теперь идем, собственно, в секционную. Потому что там лежит голова собаки, как мы прочитали уже. Из этой книжечки какой-то там, да ёпта. Из этой книжечки мы прочитали. Тоже там лежит башка. Собаки. Осуждаю, не живой. Вот тут вот я открыл, ребята. Вот это вот. Отсюда ключ от секционной сюда. Отсюда вылез, короче. Сука.
отсюда вылез. Ну вы поняли, что оттуда вылезло. Вот это вот оттуда вылезло. Я еле сдержался, чтобы не заорать на всю хату. Сколько ж на них патронов надо, это просто трэш. Ну поняли, кто отсюда вылез, в принципе. Поэтому объяснять дальше не буду, кто откуда вылез и так далее. Теперь идем в секционную, где она? Вот секционная. Да мне надо сюда, сюда, сюда. Котельная, котельная там эти, да, вот тут вот, вот тут. Повылазили, мрази. Нет, не дамся ни живым, ни мертвым, ни злым, ни добрым. Трое. Давайте, по одному, ёпта. Дедган дедовский. На, ёпта. Лови. Ёй. Дедган. Дедган. Дело вообще просто на раз работает. Ладно, на два раза. Главное, что работает. Наконец-то я их поубивал всех. Хрен. Думал, этого не произойдет никогда. О, и вернул патрончики свои. Отлично. Сильный эпоксид. Так, там у нас секционная, да? Или она не там? Давай. О, все простенько. Должен был стать ее отцом. Но теперь она говорит, что ее отцом будет он. Нет, 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 нет. Я найду его и заставлю страдать. А ты, дружок, мне поможешь. Стресс. Это коп, дядя полицейский, которому я позвонил. Ну вы помните, да. Ага, голову собаки он забрал, забрал же, забрал. Не все так просто, как казалось на первый взгляд. Ну я по крайней мере надеялся. Что, вот так вот, оп, алле, оп, 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 чистенький, из водички вышел, не купался даже. Но нет. Арена. Видно, что арена. Сейчас будет жесткая заруба. Где голова-то? Ой. Бедняга. Реально бедняга. Просто поддерживаю максимально. Жаль, конечно, этого добряка. Голова красной собаки. Ну, все равно получилось легко. Все, забирай и уходи. Понял. Молчу. Претензий не имею. Спасибо за то, что пнули меня ногой. Уважай. Еп, ты чё? А если бы у меня патронов не было? И аптечек. Ты чё? Ну, как видишь, вроде получается пока что. Временно, возможно. Тихо. Посмотрим, кто кого еще тр. Да это не пистолет вроде. Мне пизда. Ёпта, уэльпа. Не могу взять, да? Могу! Давай! Давай, заруба хочу! Хочу заруба! Да что ты делаешь-то?
Ёпта, ты чё? Сдохни уже, пожи по-братски умри. I just wanna, it's over. I wanna him dead. На, просто... Годзилла ебаная идёт, просто её распидорачивает. Давай, гаси деда. Чё она? Что оступил за пилой? Отлично. Поехали. Вот и правильно. Развесил пустые трупы самые эти. Да сдохни, мужик. Я тебя бензопилой пилю, пойми. Ой, это плохо. Аптечек у меня не имеется. Фак, нет. Да ёпта, отсюда еще. Не туда иду. Продолжаем нашу зарубу. Я сейчас покажу, что такое Dead Gun, а чуть позже, что такое, мать его, бензопила. Да это не пистолет вроде. Вчера был не пистолет, по крайней мере. Ну... может, если для тебя. Ебать, его откинуло. Сейчас, подожди. Да не надо. Давай. Достаточно места. I know. Инвентарь бы освободить. Третий раз щелкаю, пальцы уже болят. Будем сегодня драться-то, нет? По-мужски. Чтоб не только ты меня убивал. Я тебя тоже хочу убивать. Это дробовик. Вот это я завелся. Ну, в плане... Нет, деда, если что. Гильзы для дробовика. Спася блокировать, точно. Спася блокировать. Надо не забывать про спася блокировать. Типа спейс, поняли? Заблокировал. Да нет, отстань. Вот это легендарная схватка. Да просто тебе вхарю, понял? Я непобедим, я абсолют. Хоть и с четвертого раза, но... Ну.
чё? Я тебе не дамся живым сегодня. Да делай, что хочешь. Я просто стою и режу его бензопилой. На похуях сегодня. Да какого хера? Бензопилу нормальную купи, потом потерёбся. Давай, вдыхай, ёпта. Ёпта, всё понял. Лох. Бензопила мне на... Ты чё, ещё ходишь, что ли? Серия уже идет. 42 минуты. Но выйдет на минут на 20 максимум. Потому что я ее обрежу. Бензопилу сломал. Молодец. Молодец. Все еще на самом деле думаю о том комментарии. Не, может мне и правда не стоит там заниматься блогерством, не стоит заниматься всей этой херней. Ну, пока мне это нравится, пока я хочу это делать, я буду это делать. Если что-то произойдет и меня это заебет, то окей. А все равно сдаваться, да, все дела вот это вот. Не надо сдаваться. Поэтому. I don't know. Сохраняемся. Сохранились. Все. Серия, ебать, какая долгая. Он меня вот так стоял. Его видно было? В вебке? Неважно. Неважно. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, подписывайтесь на колокольчики, чтобы видеть больше такого контента. Всем удачи и всем пока. С вами был я, Баринов. Надеюсь, скоро мы уже допройдем эту игру, потому что это уже пятая часть. Поэтому, да, всем пока.